Як тебе звати? Матвій. Матвій? Скільки років? 9. Страшно тобі? Сильно? Є брати тут ще свічка? Ні. Ні, тоді. Я можу ще тут. У нас посадить. Є, так? Да? Так. Ой, зараз я тобі ще один принесу. Хорошо, спасибо. Ми над цим працюємо. Ми вже устали. Ну, часто, ми живемо в підвалі. Ми живемо в підвалі. Біда. Біда. Ні води нема, нема ні до нічого. Так тяжело вообще. Якщо б ви нам водички привезли, от наш дом, от наш дом, 59-й, да. Привезіть там води, пожалуйста. Хлопці. Тільки так, пообіцяйте привезіть. Ми нуждаємося в этом. А давно в подвале? Мы давно. Сколько? Ну сколько? Если так это, то, наверное, 4 месяца это основательно мы там. Мы... Весь дом так, да? Или... Ну у нас там много жильцов, да. А сколько? Ну человек 40, наверное. Ого. Человек 40, а квартир сколько в доме? Сколько? 141. 141 и 40 где-то около 40. Да, то есть третья часть. Ну среди всех взрослых это одна дитина у нас. Это моя дитина, сын умер 6 лет назад, а второй 31 декабря. Мы не можем даже его сюда забрать, чтобы похоронить его. Беда, хлопцы, беда, мне так жалко вас, этих ребят, которые мне со мной четверо пацанов, я всегда, ой, не знаю, мне жалко вас. Ну, у кого пацаны, мне всегда душа болит за них. Мне как-то проще матери, а пацаны это совсем другое. Тут было четверо сыновей, осталось двое. Нет, еле-еле попала в храм, чтобы заказать хотя бы эту бескровную 40-ушку, хотя бы душечка его нашла. Приют там до треба. Спасибо вам большое. А ребята, як вас звуть? Мене звуть Любов Іванівна. А як дитинку звати? Дитина тоже Любов. Тоже Любов. Це син мій покойний. Назвав її в честь мене. Де вона є? Де вона є? У вас сьогодні собачки. Доця, йди сюди. Та дитина скажеться на сам. А как тебя зовут? Люба. А сколько тебе лет? 9. Страшно? Нет. Не боишься? Привыкла уже? Да. Мы на 9 этаж без лифта поднимаемся. А электричество есть у вас? А что у вас есть? Тепло нету тоже? Холодно дома? Ну да. Сильно холодно? Дома сильно холодно? Очень. А у тебя подружки есть здесь? Никого нету, все уехали. За детей в нашем дворе. У нас было 9 детей во дворе, а уже 0. Ну, кроме меня. А как вы греетесь? Буржуйка. Буржуйка? Жеки. Она тут гуляет. Она меня защищает. Да, от злых собак.